Приветствую всех наших подписчиков. Сегодня у меня Янг. Янг второй. Разбитый дисплей. Вот мы заказали новый дисплей. Замена дисплея у нас стоит 22 евро на сегодняшний день. Давайте проверим сразу. Открываем сзади заглушку. Подсоединяем новый. Включаем телефон. Логотип появился. Включаем телефон двумя кнопками. Снимаем новый дисплей. Так. Друзья, снимаем тачскрин. На фене выставляем 200 градусов, не больше. Потому что тач очень мягкий. Он не стеклянный, он сделан из пластика. Поэтому сильно не нагревайте, нужно слегка нагреть. Нагрели, поддеваем шпателем. Греем сверху. Здесь у нас снимаем дисплей. Слегка приклеен к материнке. Отключаем тачскрин. Давайте проверим разъем, просто подключим. До метки все подключилось. Всегда проверяйте данные разъемы, потому что бывает, что шлейф тачскрина не влазит в разъем. Довольно часто разъемы попадаются неисправные. Снимаем защитный пластик. Ставим на метки тачскрина. Застегиваем тач в разъем.
здесь обратите внимание, мы будем ставить на тот же скотч, на котором он и стоял. Вот, можно, конечно, проклеить заново. Но если вы нормально сняли тачскрин, вот, можно данный скотч прогреть, на котором он сидел, и вставить обратно. Вставляем обратно, застегиваем дисплей. Итак, давайте прижмем как следует. Вставляем батарейку. Включаем смартфон, ставим заглушку, ждем, пока он загрузится, проверяем тач. Телефон загрузился. Графический рисунок в норме, все работает. Всем спасибо за внимание, друзья. Вот такая простая замена. Буквально за 7 минут мы поменяли тачскрин на новой модели Yango. Galaxy Yango. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. До свидания. Удачного дня.